Я Кардашьян Дмитрий Георгиевич, 03-04-97 года рождения. Служу в подразделении 2-го стрелкового батальона 4-й стрелковой роты. Наше командование отправляет нас на позиции неподготовленными. Отношения в роте у нас очень мягко скажем, плохие. У нас не дружные коллективы. Мы не можем нормально, у нас нормально не тренируют, у нас нет боевого слаживания. Когда нас отправляют на позиции, нас не подготавливают к тому, что там может нас ожидать. И когда мы идем на позиции, в любую секунду может прилететь артобстрел. Будет артобстрел. Из-за этого люди не хотят идти на позиции, бегут с позиции, не хотят воевать, потому что нет соответствующей подготовки. У нас наше командование нас оставило, и нас окружили и взяли в плен. И в некоторых случаях люди сами сдаются в плен, чтобы не хотят воевать. Это бессмысленная война. Это просто глупо. Что еще? Ну, у наших командиров нету понятия заботиться о личном составе. Нас отправляют тупо на мясо. И просто очень большое количество людей гибнет из-за этого. Из-за того, что они не думают. В свою очередь хочу сказать, что лишний раз лучше отказывайтесь. Отказывайтесь от этого, чтобы потом не попадать никуда.